Радио 2, Федор, Дмитрий, Борис. Здесь радио Сергей 0, Иван, Сергей, Сергей. Как слышно? Радио Сергей 0, Иван, Сергей, Сергей. Вызывает радио 2, Федор, Дмитрий, Борис. Сергей 0, Иван, Сергей, Сергей вызывает радио 2, Федор, Дмитрий, Борис. Радио единица, Анна, Иван, Тамара здесь? Радио Сергей 0, Иван, Сергей, Сергей, хорошо принимает вас, слышу хорошо, здравствуйте. Да, всем привет, ребят, я готова, давайте маленько пообщаемся. Алексей, приветствую вас тоже. Мне очень нравится эта профессия, о ней я узнала для себя поздно, на самом деле, в 27 лет, и о том, как что можно попасть в отряд космонавтов. И в этот момент у меня пришло осознание, и я поняла, что именно та деятельность, которой занимается космонавт, множественная, разнообразная, многогранная, с испытаниями, с исследованиями, с физической подготовкой и непосредственно полетами в космос, меня сразу к себе привлекла. Прием. Я верю в то, что это может быть, и что есть жизнь в подземных океанах Энцелада. И хоть бы это было так, очень... Радио Сергей 0, Иван Сергей. Сергей отвечает, радио 2, Федор, Дмитрий, Борис. Как слышно? Слышу вас хорошо. Здравствуйте, Олег, здравствуйте, ребята, тоже рада с вами пообщаться. Пожалуйста, задавайте вопросы. Это зависит от личных особенностей человека. Для меня было нет, потому что я с детства занимаюсь спелеологией, лазила по пещерам, и для меня абсолютно нормально было. Следующий вопрос. Глазом при помощи фотоаппарата, но такие объекты, которые были менее различимы, это вулканы, таких больших объектов, это небольшие города, что-то мелкое, мельче, уже сложнее невооруженным глазом увидеть. Прием. Больше всего скучаю в полете, осознала это 3 дня назад, о том, чтобы поваляться на любимом
любимом диванчике под любимым одеялком. Следующий. Ну, вы знаете, я прилетела на корабле Dragon, и, на мой взгляд, там было все идеально. А идеально что это значит? Это так, как нас учили. Все было именно в точности так, как было на макетах, на тренажерах. И так как все прошло все здорово и отлично, я пока не вижу, что там можно изменить. Следующий. Ну, к сожалению, не часто я вижу Луну, но иногда приходится, не приходится, а удается видеть ее в иллюминаторе. Там видно хорошо и низменности, и высоты. Ну, в принципе, не так долго удается зависать в этом положении, чтобы получше все разглядеть. Но иногда получается порелаксировать. Следующий. Здесь очень много пыли, действительно, а точнее она очень быстро накапливается. Поэтому каждую неделю, раз в неделю однозначно мы делаем уборку, пылесосим все, протираем влажными салфетками поверхности. И иногда чаще даже пылесосим, например, какие-то решетки лаптопов, сетки вентиляторов. Такое действительно есть на борту. Следующий. Свободное время я провожу по-разному, но чаще всего получается или фотографировать, или просто смотреть, наблюдать Землю. Иногда раз в неделю, может быть, удается посмотреть там пару фильмов или сериала, какую-нибудь серию. Но в целом, в основном, разгребаешь фотографии, которые набрал за определенный промежуток времени, сортируешь их. Хороший вопрос. Да, могут. Когда приходят грузовые корабли с Байконура, есть возможность тогда небольшую посылочку собрать с земли, если это продукт питания, чтобы обязательно был хороший срок годности, или какие-то сюрпризы небольшие, чем можно порадовать. Ну, что-то интересное. Да, есть такая возможность. Прием. Конечно, я планирую. Если я сейчас летела на американском корабле, на Dragon, то обязательно мне бы хотелось бы и на Союзе полететь. Ведь не зря же я 10 лет готовилась к этому. Следующий. Надеюсь, вы услышите мой ответ. На самом деле, я не знаю, потому что еще ни снизу, ни сверху я не видела этого явления, но обязательно увижу. Я вас плохо слышала, но я так поняла, что вопросы закончились, и все остались довольны. Рада была со всеми пообщаться. На связи был Ради Сергей, но Ливан, Сергей, Сергей. Счастливо!